Немного шоу-бизнеса вам напоследок. В России взвыли соцсети. Нет, не из-за войны и убийств, а из-за того, что блогеров налоговики прикрывают. Некая Чекалина уже под домашним арестом. Теперь знаменитая инфо-цыганка Блиновская туда же. Миллионы долларов, автомобили, недвижка. Все отжимает российское государство, якобы за неуплату налогов воюющему государству. А точнее, да, мало дали на руку, вот и прикрыли. Теперь все отжатое пойдет, естественно, на войну. Есть люди в России, которые воруют гораздо больше. Например, ваши чиновники. Но им все нипочем. Что могу сказать? Хавайте, россияне. Останетесь без трусов с таким президентом и правительством.